Используйте данную вам силу и сломите Хайрул! И все, кто встанет у вас на пути, клятых не брать! Уже скоро я обрету свою прежнюю силу. Вы все встретите свою гибель, а мир погрузится во тьму. Так это о нем нам рассказывали предки. Неужели это все правда? Да, правда. Это король демонов, который когда-то почти уничтожил мир. Ганондорф. Похоже, он ожил и собирается. Это же катастрофа. Мы обречены. Все пропало. Нет. Он еще не обрел силу. Подумайте, он не напал на нас, а просто исчез. Давайте вернемся в форт и разработаем план. Линк, пойдем с нами. Приветище! Это Зельда Слез Королевства, и сегодня у нас важная миссия. Нам нужно подготовиться к битве с Ганоном. Для этого мы будем искать мастер-меч, который у нас, к сожалению, в самом начале нашего путешествия сломался. К нашему великому счастью, Зельда каким-то образом умудрилась починить наш меч в прошлом и вернуть его в наше настоящее при помощи дракона. И этим мы сегодня и займемся. Будем лазить по драконам, ну, по крайней мере, каких встретим, на какие сможем забраться. А основная наша цель — найти мастер-меч. Поиски мы будем начинать с летающих островов, поэтому перемещаемся на один из них. Первый дракоша, который летит в ту сторону. Еще его нужно сфоткать, чтобы понять, что это за дракон такой. Просто белый дракон. Это не тот ли дракон, на котором меч? Не упал, его же надо догнать по-любому. Опаньки, параплан наш сломается. Но у нас есть другой план. Я не знаю, он сработает или нет, но надо попробовать выбросить здесь другой параплан. А, обломись, нет, так не получится. Так это дело не работает. Куда бы нам тогда приземлиться бы? Лучше бы... Не знаю, сейчас будем действовать по обстоятельствам. Есть у меня идейка перехватить его при помощи вышки. Очень обидно, потому что план мой провалился, дракоша куда-то исчез. Походу, профукал я свой мастер-меч. Нашел другого дракона. Вон где летит. У него, правда, капец как далеко, но посмотрим, смогу ли я туда добраться. Я думаю, что смогу, если доберусь вот сюда. Так, 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 почти долетел, долетел, есть. Карабкаемся. О, да. Теперь взмываем вверх. Аккуратно надо тут не упасть, самое главное. Вот, есть возможность. Забираемся еще выше. Дракон у нас в каверну опускается. А что у нас там за каверна? Давай меточку поставим. Вот здесь вот она находится. Боюсь, мы туда не успеем, но попробовать стоит. Полетели, чё? Ёлки-палки, моталки. И мне еще знаешь, что интересно? Мне интересно, куда он там пропадет в этой каверне. Там как бы потолки высокие, можно летать, но я еще ни разу не видел в кавернах летающих драконов. Дракон полностью опустился в каверну. Мне осталось совсем тоже чуть-чуть до него долететь. И посмотреть, что же там. Давай, 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 давай. Сейчас буду падать, сейчас буду падать. Так вот. И падаем в каверну. А вот и дракон. Но параплана-то у меня здесь нету, елки.
Будем как-то цепляться или не будем цепляться сейчас? Надо. Что-нибудь сожрать для выносливости. Типа вот это вот. Так будет хорошо. Опа. У меня полностью выносливость становилась. Это здорово. А здесь дико холодно. Мне бы еще что-нибудь сожрать бы для согревания. А то этот ледяной дракон меня здесь... Все, мы на драконе. Можно его попробовать ударить и выбить. Вот, что мне нужно. Это не совсем тот дракон. Ой. Куда-то она упала. Можно еще раз ударить тебя? Блинский. Куда же ты упала? О, а там, кстати, это... Какой-то краб? Я вижу, куда она упала. Падаем вон туда. Вот что мы искали. Именно вот эту частичку его дракона. Рок Нейдри. Я уже такой собирал, кстати. Блин, это тот же самый дракон. А вот они тут и летают, в принципе, чую тут. Говорил, что я не видел, как они в кавернах летают. Вот, пожалуйста. Нейдра, значит. Она у нас есть в копилочке. Надеваем костюм нашего светлячка. Вот такой вот. И пойдем. Где-то в той стороне был краб. Вот он. Погоди, это не тот ли краб? Босс, с которым мы дрались. По-моему, это тот же самый. А что это он здесь забыл? О, смотри, он тут что-то охраняет. Гранитная гома! Ну что, попробуем ее сейчас опять победить. Мы просто ноги сбиваем. А, кстати, можно обратно откинуть эту штуку в него? Давай, полетела. Закидывайся к нему. И взрывайся. А там взорвется. О, круто! Она взрывается на нем. Обалденная штука. Эту отправляем назад тоже. Давай. Улетай. Взрывайся там. Ну так себе она там взорвалась. А если на него подняться? Это возможно будет? Вот так вот подойти. Ой, это плохая была идея, но хорошо, что у меня есть фея. Плохая идея, но ничего страшного, когда есть фея. Надо пробить ему еще ногу. Вот это вот. Опа! Хорош. Все, он упал. Пойдем его калаш смарить. Надо что-нибудь помощнее взять, да? Вот, например, вот эту дубину. Мязмовую. О, я ее сломал. А мы уходим. И надо бы сердечки восстановить, да? Не помешало бы нам что-нибудь сожрать. Но что мы сожрем, когда мы сердечки все пропукали? Хорошо. Ой, щит взял. Ну, пригодится, ничего страшного. Продолжаем бомбить ему ноги. И откидывать обратно в него его вот бомбочки. Хорош. Очень хорош. Блин, Юнова, ты так встал неудачно. Поехали. Иди сюда, Юнова. Ой, что-то там произошло. Бежим скорее, бежим. Наматываем его глаз на нашу дубину. И бабалыла. Какой ты злой перчик. Тут, кстати, потолка нет, поэтому что ты мне сделаешь? Что ты мне сделаешь? Бежим сюда. Ой. Вот это, конечно, очень опасно, но... Она... Да елки-палки. Давай шустрее, Линк, мы сейчас взорвемся нафиг. Успели. Но я хотел вот это вот обратно ему отправить. Ну. Блин, она там застряла. Об ногу. Эх. Ох, ёлки. Давай еще раз попробуем вот эту всю фигню. Обратно она улетит. Давай, вот, отлично. Куда она улетела? Она просто наверх поднялась, что ли? А, ясно. Так неинтересно. Юнова, иди сюда. Убиваем ему ногу.
Блин, опять битва с боссом. Кто бы мог подумать, а? Надо что-то мощное взять. Что-то мощное. Миазмовую пику добить уже все свое здоровье, да? Ну давай, погнали. Ножи, ножи. Понеслась! О-хо-хо-хо, досталось ему. Нормаленько. Ну и здоровья у меня тоже как бы не очень много стало. Так, погоди. Ты выковыриваешься? Да, он выковыривается. И вон ту ножку ему давай. Есть попадание. Так. И надо пока заряжать свои силы. Неплохо, неплохо. Сейчас мы что-нибудь поднимем. Бежим. Давай, поднимайся, мы выбегаем. Еноба! Давай вот эту ногу ему. Готов! Ну, еще так два раза и все. Вот сейчас и потом. Силы, правда, не накопились полностью. Сломалась. Сломались! Кстати, можно было молнией еще попробовать его шибануть. Интересно, что же в этом сундуке? Дайте я посмотрю. Еще вот это осталось. Бомбочка. Ее бы куда-нибудь зацепить бы тоже не помешало. Но об этом потом. Давай посмотрим, что в сундуке. Огромный зонар-кристалл на соточку. Ха. И куда же прицепить вот эту штуку мне? Эх, где бы мне оружие достать? А, подожди, вон. Вот же, клеймор есть. И крепим его сюда. Охо-хо, плюс 47. Вообще нормальная дубина получилась. Ну и напоследок нам нужно подойти к дереву, чтобы нам разблокировали все сердечки. Ну что, выбираемся на поверхность. Ты заметил, смотри, какую штуку. Светилища нет, а кольцо его есть. Обычно такие светилища из-под земли достаются. Но здесь-то мы на летающем острове. Преподнеси светилищу кристалл. Пройдя, получу света. А, ну ладно. Вот он, лучик света. И он указывает нам на кристалл, который нам нужно притащить сюда. Ладно. Сейчас мы это сделаем. Не вопрос. А это что такое? Подождите. С этим как-то взаимодействовать можно? Ничего себе. А, погоди. Стой, я что-то там кручу-верчу. О, нифига себе, вот это прикольно. Смотри. Я тут целый мост верчу. Вот это да. Ха-ха-ха. Здорово. А теперь давай-ка обратненько. Можно же? Нет, это слишком тяжело, видимо. Ну, а если вот направить это все вот туда? Тут можно. Все, погнали. Верните меня назад. Угу. Вот и кристаллик мой. Кристаллидзе, иди сюда. Опля. Какая здоровая базука. Погано, ну бы ей шлепнуть. Ну все, лазер, хорош светить. Я принес. Принес то, что тебе нужно было. Вот. Принесший кристалл, мы наделим тебя светом, изгоняющим зло. Забавно. А вот и брешь в камне. Пойдем зайдем туда. Даже интересно посмотреть, что внутри такого святилища.
Знакомое место. Это типа тайник Рауру, что ли? Ну да, благословение Рауру. Так, что же нам Рауру приготовил? Большой на... И все ради большого энергозонара. Угу. Ну, дайте мне хотя бы благословение. Спасибо. Ну все, я вышел. Я вышел из этой темницы, которая озарила меня и подарила частицу света. Хотя нельзя назвать ее темницей. Короче, все, продолжаем искать дракош. Драконы, где... Просто, ну, не всегда их видно. Они где-то там под землей еще бывают летают. Но на данный момент я их не вижу вообще. Вон он! Так, это кто у нас? Сейчас. Надеюсь, это не Нейру. Давай, где мой фотик? А, это Нейдра. Я только что с него перо содрал. Он мне не интересен. В общем, все мои подуги сейчас не увенчались успехом. Я, короче, наверху, над всеми летающими островами, на вот этой вот платформе, включая свой фотоаппарат, и просто бдю за драконами, где бы они там летали, и ни одного вообще, ни одного из четырех драконов. Это прям печаль. И знаешь, какая мысль меня одолела? В Ботве, когда в самую первую часть я играл, Ботва это не самая первая. Короче, когда я играл в Ботву, мастер меч я нашел в лесу короков. И я думаю, а почему бы мне туда снова не сходить и посмотреть? Вдруг там, может быть, каким-то образом меч завалялся. Так что гоним туда, в корокский лес! Значит, лес. Куда нам, в какую сторону идти? Подскажите нам. Лес у нас вот здесь. Значит, нам нужно развернуться и лететь в этом направлении. Нет, это я борщинул. Ну, вон туда получается. Вроде как вот сюда. А там туман! Там вообще ни черта не видно. Ну, хорошо. Ищем наш опец приключения, как говорится. Где наше-то не пропадало? Какой там мрак, ты посмотри только на вот это вот, на вот это вот все. Опупеть можно. И я именно туда направляюсь. А там еще лавовый голем. Ботве для того, чтобы найти это древнее древо, нужно было взять факел и при помощи там небольших таких голосков и факела пройти по определенному маршруту. Если ты блуждаешь и запутываешься, то тебя обратно откидывает. А если ты правильно идешь, то ты дойдешь до древа. Что сейчас нужно будет сделать? Вот сейчас узнаем. Я вхожу в лес. Опять играет эта музыка, как в Ботве. Вот она прям заигрывает с нами. Затерянные леса. Именно то, что нам нужно. Именно то, что мы искали. Ну что? Здесь есть факел? Ой, все, нас поглотил мрак. Мне стало страшно. Конечно, я не взял факел, но у меня есть другое. У меня есть кое-что другое. У меня есть вот что. Доставай его. Он же будет нам освещать путь? Вообще, я как бы... А, нет. Нам по-любому нужен факел. Либо что-то другое в данный момент. Давай мы здесь вот все хорошенечко осмотрим. Что-то нам должно тут подсказать путь. Пришлось добежать до конюшни. Тут как раз есть факел, который мы успешно возьмем на неограниченный срок. Смотри, какая рулька здоровая. Давай у свинюх его стырим, а? Какой запах. Спасибо вам, свиньи. Я побежал. У меня много дел. Извините, я бы с вами подрался, но нет. О, мыша. Мыша, привет! Мне говорили, тебя можно седлать. Ой, его реально седлать можно, походу. Стой, подожди. Подожди, да блин, ребят. Не бейте его только. Не спугните мне. Ой, что-то тут у меня. Чё-то вообще не то. Нет, походу, я его седлать не могу. Мрак уже наступает мне на пятки. Надо отсюда выйти. О, Миша. Стой, не злись. О, я его реально седлал. Офигеть. Давай, похлопаем тебя. Спокойно, Миша. Так, он меня скидывает. Ай! Что-то, видимо, не срослось у нас. Но я еще раз попробую. Давай. Спокуха, Миша, спокуха. Все. У нас дружба, жвачка и клей. Такая морда. Забавно.
Я на Миши. Миш, может, ты мне поможешь пройти через мрачный лес? Пойдем? Пойдем, пойдем. Я тебя еще сейчас похлопаю вот так вот. Если я, конечно, с него слезу, то, скорее всего, он убежит, как и лось, как и все остальное. Миш, ты как себя чувствуешь? Нормально все? Им очень тяжело управлять, я хочу сказать. Он не очень-то и слушает меня. Ладно, давай скорости поддадим, погнали. Так, вот я вбегаю на медведя сюда. И как бы нет, все. Вместе с медведем мрак нас поглотил. О, но я все равно на медведе, прикольно. Достаем наш факель. И остается его поджечь. Но я не вижу здесь чан с волшебным огнем. Его, видимо, нужно найти. Давай отпустим медведя. И он сразу хочет мне надрать задницу, наверное. Да нет, хотя вроде нормально все. Медведь, куда ты побежал? Миша. Миша. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еноба! Ну-ка, подожги-ка мне тут кустик. Мне надо факел зажечь. Все, зажгли? Отлично. Факел горит. Все, пучком. Пойдем. Попробуем в этот раз. С обычным факелом. Нет, и с обычным факелом нас тоже... Ну, в принципе, на что я надеялся. В общем, учитывая, что здесь ничего нету, чтобы нам помогло пройти через этот лес, я обратился к Гуглу. И он говорит, что... А слази-ка ты в пропасть, которая рядом с лесом есть. И эта пропасть может тебя привести туда, куда ты хочешь. Что ж, и вправду тут есть неподалеку пропасть. Вот она находится. И мы сейчас туда нырнем. Вот она, эта расщелина. Что ж, надеюсь, это сработает. По идее, там внизу нас должны ждать короки, которые направят нас в нужное русло. Но это все, знаешь, как бы... Тычок в небо. Так, так, так. Ух, елки-палки, чуть не разбился. Есть тут короки? Эй-эй-эй. Короки... Пока что я ни одного не вижу. Вон там есть дерево. Угу. Вон там есть дерево. А где находится лес? Лес находится... Нам надо идти вот в эту сторону. Как-то давай это все пометим. Типа вот так. Значит, нам в ту сторону. Что ж... Полетели! Опс. Опс, опс, опс. Не полетели. Расшибиться можно в этой темноте. Под ухатом пойдем. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, кто тут на нас нападает. Валим, 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 валим. Скорее валим, иначе нас тут сожрут. Ну, наконец-то я добрался до... Я думал, до дерева добрался. А где дерево? А, погоди, так это и есть, наверное, древо. Древо, то самое древо. Минутку, минутку. Походу, я до него дошел, до этого древа. Прямо под землей. Ничего ж себе. Очень даже похоже. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Здесь пока ничего, но нужно вон там вот активировать. Вот это дерево. А может быть, я здесь телепортнусь? Кстати, почему бы нет? Я прямо вот сюда сейчас встану. И телепортнусь. Вроде как можно. И посмотрим, где я вылезу. Нифига себе, я в лесу. Я в лес вылез. Ого, я дошел. Лес Корогов, наконец-то. Хайрульская пуща, я здесь. Я смог. Не надо на меня злиться. Привет, древо! Давно не виделись. Древо Деку, великий дух леса Короков. Но оно нездорово, видишь, миазмами тоже поглощено. Короки, привет. И, кстати, пока я сюда шел, я ни одного Корока не встретил. Что за дичь? Как у вас тут дела? Они со мной вообще болтать не хотят. А что случилось-то? Почему? Пойдем, короче, к древу подойдем. Подожди, вот с этим можно как-то взаимодействовать? Нет. Ладно, тогда мы подойдем к древу, но сперва надо его зафоткать и... Желательно селфачок, как же так? Да какой королевский лук, ты что, блин? Вот, пальцем вверх! Чуть ли не в ноздрю древу тыкаю.
Все, погнали. Внутрь. Посмотрим, че кого. Ты такой нарядный. Хочешь со мной поболтать? Нет, не хочет. Со мной здесь вообще никто не хочет болтать, потому что я чужеземец. Ой, ты посмотри, как тут миазмами попахивает. Прямо изнутри древа это все идет. А тут скляночки. Я помню, я их разбивал. И там могло быть что-то типа орешков, но нифига нет. Че у вас тут так все миазмово? О! Сердце дашь? А, нет, не даст. У меня недостаточно частиц света. Ладно, извини, позже к тебе зайду. Кроваточка. Я у них, кстати, у короков спал, между прочим. Они очень меня приветствовали раньше, а сейчас как бы... Только вот пенек, пожалуйста, тебе присядь, посиди, отдохни и вали. Ой, елки-палки. Мне вниз, наверное, надо... Ну, как бы, ладно, давай вниз спустимся, может, это как-то поможет дереву. Пролом у древа Деку. Я так полагаю, что древо Дека заразилось вот этими миазмами, и ему очень сейчас плохо. Где там мой костюм светлячка? Тут короки, что ли, или как? Где мы вообще находимся по карте? По карте мы вот здесь. Оу! Как вы быстро на меня налетели-то? Я даже сообразить не успел. Надо бы рагу съесть. Честно, я даже понятия не имею, как с ними бороться. Один отхватил. Лучше по стеночке. Давай по стеночке. А, меня схватили. Выбирайся, выбирайся. Надо на стенку, на стенку, на стенку. Линк, на стенку ползи. Быстрее, быстрее, быстрее. Фух. И что делать, как с ними бороться? Ребят, вы там поделитесь с ними пока, ага. Важить. А, они все сюда. Угу. Так, есть другая идея. Стоп. Мы сейчас призовем сюда робота. Только мне надо в какое-нибудь местечко бы убежать. Небольшое. Вон там вот, кажется, смотри. Можно туда залезть. Да. По-моему, можно залезть. Сейчас попробуем это сделать. Бежим, 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 бежим. Вот сюда. Скорее, 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 скорее. И телепортируемся наверх. Кажется, вон там вот можно. Уходим! Отлично. Главное, чтобы там тоже не было миазмов, иначе мне будет плохо. Здесь все хорошо, есть небольшое местечко. Теперь давай призывать, значит, нашего дрона. Иди сюда. Обалдеть, у меня зонаров недостаточно. Черт подери! А мне бы сейчас это было очень полезно. Тогда я ставлю здесь казан. Из густка тьмы делаю себе... блюдо, которое будет защищать нас от миазмов. А, это так не работает. Надо с чем-то, я понял. Ну-ка. Готово! Сопротивление миазмам на 2 сердечка. Ну, такое себе, но должно помочь нам. Как-то хоть чуть-чуть. Съедаем это блюдо. Вот, хорошо, на 6 минут. Ладно, попробуем. Где эти там эти? Давай с воздуха по ним постреляем. Где ваши глазки? Показывайте глазки. Есть, получила. Есть. Есть. Все. Вот так вот им. На тебя. Давай, крутись, елки-палки, блин. Крутись. Не давай им подойти. А, схватили меня все-таки. По-моему, осталось 2 руки. 2 руки. И здоровье у меня не к черту. У меня здоровье капец как не к черту. Но, слава богу, фея есть, но что-то как-то меня опять схватили. Ёлки-палки. Так, надо обратно наверх залезть и с лука, опять с лука. Что, меня схватили? Да что, паны, вы руки, причем меня... А, вот меня вот эта рука держит. Еще фея помогла нам, помогла. Давай, Линк, выбирайся. И наверх. Уходим. Фух. И у меня осталось всего 2 сердечка, потому что миазмы сожрали все остальные. И это прям фиаско, братан. Как так можно было обосраться? Ребята мои там не шибко-то мне и помогают. Они тоже боятся, видимо, этих рук. Да, они, в принципе, никогда урона там много и не носили. Мои инкарнации. Так, осталось, по-моему, 2 руки. 1. Давай, Лин. О, вторая появилась еще рука. Получай. Давайте, добивайте, отлично. Все, сейчас Ганон вылезет. Но нужно сперва... съесть вот эту вот еду. Она мне хотя бы 2 сердечка даст, хотя
на что я вообще рассчитываю? Да, сердечко. Да. Все плохо. Все очень плохо. Сердец нет. Че, как биться-то вообще? Где этот фантом? Куда ты вылезешь? А, мне нужно, мне нужно. Дай мне водяной щит. Водяной щит. Ага, защита есть. Сработало. Уходим. Дубасьте его, ребята, дубасьте. Так. Помогло. На тебе еще. Оп, прыгнули. Упрыгиваем. Ай, драно упрыгнул. Черт. Готово. Выходит Ганон. Мне нужен щит. И мы на него вот так вот прыгаем просто. Вот, вот это плохо. Ой, плохо как было. Вставай, Линк, шашлык ёхарный. А, надо что-нибудь сожрать. Сожрать и вот это вот, наверное, и выносливость поднять. Нет, это не то. Защиту, вот, защита. И давай вот это возьмем. Хорошенечко защиту поднимем. И вот это филе съедим, да? Пока живем. Ух ты, елки-палки. Вставай, Линк. Мне меч надо, да, одноручный меч. Вот, прям щит. Отлично, увернулись. И дубасим. Давай, дубась его. Хорошо. Ну что? Опа, щит защитил. Готовимся к удару, фея. Фея сработала. Работала фея. Уходим. Да что ж ты такой медленный-то, Линк? Уходим, говорю, успели бы. Защитил щит. Увернулись от суператаки его. Надо пожрать, я думаю. Так, сейчас пожрем что-нибудь. Что сожрать? Наверное, вот это. Нет. Вот это вот давай съедим. Так, со здоровьем все ок. Ну что, ты будешь бить меня, нет? Поворот! Отлично, хорошо вернулись. Погнали. Ай-яй-яй, как ему досталось-то. Еще разок. Рано отпрыгнул. Дай-ка мне этот щиток свой. Не увернулся. Не получилось вовремя увернуться. Чуть-чуть осталось. Фея меня спасла. Ай, спасла. Ему чуть-чуть осталось. Ребята, ударьте его. Ударьте его чем-нибудь. Ух, все. Слушай, вот этот фантом оказался сложнее, чем те 5, по-моему, мне кажется. И что сейчас произойдет? Миазмы исчезают. То есть, побеждая фантом Ганона, миазмы отступают. Мы вылечили древо Деку? О, теперь вы соизволите со мной поболтать, да? Спасибо огромное, что победил это. Это безобразичи. А древо Деку ждет тебя в лесу Короков, так что давай поскорее туда. Может, древо Деку мне расскажет, где меч достать? Значит, вот, тут у нас сгустки тьмы, это очень полезно. Про лук мне говорили. Почитай, что там написано. Он не такой мощный, но его фишки очень крутые. Значит, написано: «Любимый волшебный лук короля демонов достаточно силен, чтобы быть достойным такого хозяина. Чем выше ваше общее количество сердец, тем мощнее этот лук». Надо будет, короче, восстановить все сердца, которые у меня миазмы съели. Или это тоже как общее количество сердец идет. В общем, не знаю. Восстановим, посмотрим, увеличится ли дамаг лука или нет. Ну, вообще, просто надо сердечко где-то раздобыть, и тогда поймем. Тут прохода никакого нету, и, по всей видимости, нам просто надо наверх. Окей, будем вылазить наверх. А вот и я. О, здорово! О, сердце восстановились, слушай. В лесу восстанавливается сердце от миазмов. Погоди, давай посмотрим на лук. 20! Вместо 14 20 сразу шлепнули. Неплохо. Но когда у тебя отбирают миазмы сердца, то у лука, соответственно, меньше дамаг. Чё как? Как дела? Здорово! Приветствую, рад снова тебя видеть. Сколько лет, сколько зим. Наконец-то я смогу вернуться домой в лес Короков. Похоже, что проблема была в том противном дымке. Так здорово, что теперь все снова в порядке. Кьюн-кьюн. Нюх-нюх.
Узнай этот запах. Это же корокские семечки. Тебе дали их дети леса? За корокские семечки я сделаю твою сумку вместительнее. Ну давай, у меня как раз 4 корокских семечка есть. Я увеличу, ну, наверное, сумку для щитов. Сколько ты хочешь? 4. Держи. Станцуй для меня. О, у меня как раз все сумки были щитами забиты. Ну, здорово, здорово. Ну, все, спасибо тебе. Я пойду с вашим боссом поболтаю. Где тут проход? Блин, потерял опять. Посмотреть сверху. А, вот он, дерево деку. Я иду сюда. В этот раз ты со мной поболтаешь, нет? Я устал. Уф, у меня до сих пор голова кружится. О, это ты. А что? Что ты тут делаешь? Да как бы просто хожу, брошу. Точно, я помню, все произошло так неожиданно. Дерево дека внезапно вскрикнуло от боли, а из его рта вырвался зловещий дым. И сразу же после этого все короки леса стали странно себя вести. Мне пришлось в одиночку противостоять монстрам, которые появились откуда ни возьмись. Ну, я немного приукрасил, конечно. Меня сразу сковал страх, и я не мог шевелиться. Я мало что понимаю. И вообще я мало что помню. Все так быстро произошло, другие короки, может, тоже не помнят, что вели себя странно. Но благодаря тебе все вернулось в норму. Спасибо тебе большое. Я уверен, что дерево Дека тоже хочет поблагодарить тебя. Я хочу, чтобы вы познакомились. Окей, мы уже идем. Правда, ты уже с ним знаком? Да знаком я еще. С прошлой серии с ним знаком. Ну все, погнали! С дороги я иду к вашему боссу! А, стой. Нет, здесь я с ним не поболтаю. Мне же надо вот тут подняться. Ага. Короги теперь тут везде шастают, только мешаются. Вот тут встать и говорить. Привет! А, это ты? Извини. Мне, похоже, приснился кошмар. Но я больше не чувствую неприятной энергии внутри. Это ты избавил меня от нее. Благодаря тебе я пришел в себя, и ничто более не затуманивает мое сознание. Спасибо тебе. Да... Давненько мы с тобой не виделись. Как твои дела? Насколько я помню, когда мы с тобой в последний раз встречались, ты пришел сюда с принцессой за высшим мечом. Разве так было? Я вообще один приходил за высшим мечом к тебе в прошлый раз. Приветствую. Принцесса Хайрула и Линк. Владелец высшего меча. Твой меч восстановился. Я вновь передаю его тебе. Спасибо, Древо Деку. Большое спасибо. Хо-хо-хо. Благодарность излишня. Я же ничего не сделал. Меч восстанавливается сам. Какой глубокой ни была бы рана, он всегда восстанавливается. Он полон... священной энергии. И чем этой энергии больше, тем сокрушительнее его сила. Таков этот прославленный легендарный меч, созданный богиней. Меч, превосходящий другие. Высший меч. Ну, что-то я... Тот меч... Похоже, у тебя нет высшего меча. Куда он подевался? Что такое? Ты не знаешь, где сейчас находится высший меч? Понимаю, но я чувствую присутствие высшего меча. Да, чувствую. И где же он?
Он там? Он здесь. Он движется. Я чувствую, что высший меч где-то рядом, в небе. Что бы это могло значить? Высший меч движется. Пожалуй, добраться до него обычными способами не получится. Но это не должно тебя останавливать. Уверен, высший меч ждет тебя. Хо-хо-хо! Утерянный меч героя! Во! Все! Теперь-то мы его точно найдем, а без проблем. Хочу посмотреть еще раз на карту. Так, не туда замешкал. Где? Где этот маркер? Я сейчас туда направлюсь. Где? Вот сюда нам нужно. Вот тут он летает. Он, прикинь, сейчас где летит? Это же тут утерянный меч героя. Вы хотите сказать, что он сейчас возле Хатенского института? Давай туда телепортнемся. Почему бы нет? Переместимся. Смотри, маркер движется. Я здесь, возле Хатенского института, но я не вижу дракона. Он же на драконе должен... Вот он! Вот он, дракон. Прямо над... Давай его сфоткаем. Это же белый дракон. То есть, да, это белый дракон. То, что я видел в самом начале. И упустил. Теперь надо придумать, как на него взобраться. Давай мы, короче, его пока что сопроводим. Потому что он летит в сторону туда, где есть вышка. Вон в ту сторону. И я сопровожу его, забегу к вышке, выстрелю с собой с вышки и залечу на дракона. Это, по-моему, очень просто. Да, наверное, так и сделаю. Блин, ну это просто капец. Там еще один дракон летит. Понаразводились тут. Когда нужны были, так их вообще не видно было. Это Нейдра, кстати. Я ее очень часто вижу, эту Нейдру. Ну, значит, вот, я возле вышки. Дракон практически рядом, но проблема в том, что он свернул. Он поворачивает. И он явно к вышке не собирался лететь, поэтому мой выход. Сейчас будем его ловить. Вот он, прямо перед нами. Надо переодеть костюм для более лучшего маневрирования в воздушном потоке. Вот так вот. И надеяться на чудо, что мы все-таки приземлимся на него. Но я больше чем уверен, что у нас получится. Даже моя бабушка справилась с этим. Дракон очень рядом. Ю-ху! Ты меня ждешь? Ты посмотри, какое у него сияние на голове. Просто чудо. Интересно, с него что-нибудь выбить можно? А глаза-то у него какие? Ничего себе. Какие у тебя красивые глаза, дракош. Поток ветра. Какие золотые волосы. Это Зельда все-таки может быть? На Зельду очень сильно похоже. Сейчас я по рогам ударю. А, у меня сейчас сломается это щит. Так, я выбил рог белого дракона. Угу, ладно. А чешуйку можно с тебя выбить? Чешуечку хочу. Вот, чешуечка нужна. Нет, чешуйку я, походу, не выбью. Хотя, если бы я до хвоста дошел, может, там бы что-нибудь и получилось. Ну, не знаю. В общем, меч, вон он, прямо перед нами. Сейчас мы его попробуем вытащить. Ой! Такое ощущение, как будто он на меня смотрит. Я просто развернуться хотел для селфачка, а то у меня он... Вот, я вот так вот хотел. Ну что, делаем селфи? Ручку как? Нет, не так. Типа вот. Да, просто улыбка. Сельфи! И Тюлин еще за селфи вместе с нами. Прикольно. Заменить фотку старую на новую. И можно вытаскивать меч. Погнали. И раз, два, взяли. Ой, дракону это не нравится. Тяни, Линк, тяни. Ага, все не так-то просто, слушай. Ладно, сейчас еще разок попробуем. Надо прям удерживать, а я один раз нажал кнопку. Словно на быке каком-то. Мне, кстати, в комментариях говорили, что нужно два кружочка выносливости. Я это выполнил. Надеюсь, у нас получится вытащить меч. Thank you.
Я до сих пор еще держу кнопку на всякий случай. Кстати, меч-то поломан. Он восстановлен какой-то золотой энергией. Ух ты. Он починился. Линк. Линк. Твой меч. Высший меч. Лишь он сразит короля демонов. Когда-то король демонов одолел его. Но долгий сон лечит любые раны. И чтобы ты победил короля демонов, я вдохну в этот меч новую жизнь. Линк, вся надежда на тебя. Я хочу, чтобы этот меч изменил будущее. Спасибо, что подвез, братишка. Высший меч. Легендарный меч сокрушителя зла, вытащенный из головы белого дракона. Исцелившись от ран, меч теперь ярко сияет и готов поразить короля демона.